Привет, дорогие друзья, с вами Юлдацат. Сегодня я вам покажу мою сборку CS 1.6. Заходим на вот эту вот ссылочку, я вам поставлю под описанием. Нажимаем кнопочку скачать, но я как бы не делал, потому что у меня уже скачалось. Итак, в архиве как бы два файла. Вот они. То есть прочтите, но вы прочтете. И как бы сам установщик. Давайте мы запустим. Видео у нас запустился. Итак, нажимаю кнопочку ОК. Как бы устанавливаем игру все по умолчанию. Жмем галочку. Далее и жмем установить. Я это не буду делать так, как у меня уже установлено. Когда у вас все это установилось, заходим на наш рабочий стол. И у вас появляется вот такой ярлычок. Ну, как бы обычный квест. Давайте мы с вами ее запустим. И посмотрим. Вот, вот такая вот. Сейчас пойдет звук. Такой прикольненький. Отлично. Как бы вот так. Ну, как бы обычная контра. Тут можно как бы на сервер заходить. Как обычно. Тут показывается. Видите. 1566 сервера. Это довольно дофига. И вам как бы не будет скучно где-то на что-то поиграть. Так, давайте я вам покажу, как можно играть с ботами. Итак, сделаем Deduce 2 на 2 и запускаем. Итак, вот у нас загрузилось. Нажимаем Enter, террорист и тактические статьи. Этого, в принципе, этого персонажа постоянно выбираю. Так. Для добавления бота только нажимаем буковку Ё для вызова консоли и пишем бот палочка add. Видите, тут есть за террористов, то есть создать за террористов и за контртеррористов. Давайте создаем за контртеррористов. И вот. Игра началась, и добавился бот. Сейчас немного поднастрою. Видим, дорогие друзья, как бы все работает. Без лага. Нормально. То где? Ну, в общем, в принципе, можно заканчивать. С вами был Юлдацат. Подпишитесь на канал, поставьте лайки. Всем удачи, всем пока.